Ольга Владимировна, как бы вы определили сегодня роль представительного органа? Насколько он влиятелен в современной жизни? И какие все-таки решения он способен принимать? Я считаю, что Совет депутатов – это очень важный влиятельный орган во власти и в жизнедеятельности города, потому что значительно влияет на принятие решений. Возьмем пример по утверждению, обсуждению ремонта дорог на выделенные губернатором деньги. Сегодня ведь утверждение перечня, согласование перечня дорог будет происходить именно депутатской комиссией, советом депутатов. И ответственность, понятно, что будет ложиться на депутатов. И выбор этих дорог, ремонта дорог, связан как раз-таки с тем, что говорит население. Поэтому депутат представляет население города Назарова, отстаивает интересы населения города Назарова и затем контролирует реализацию всех тех решений и проектов. Поэтому сегодня, ну понятно, что депутатский корпус влияет на принятие бюджета, влияет на утверждение программ. И поэтому от того, каким образом будет происходить это все, очень важно на сегодняшний день в городском совете. Важна коллегиальность принятия этих решений. Важно, чтобы депутаты могли, обсуждая, договариваться о решении, которое будет важным для жителей.